я считаю, что в нашем городе очень ужасная экология. И мы не знаем совершенно, что на самом деле творится. Потому что даже те скаты, которые поставили, через несколько лет после того, как мы требовали, они проработали 2 недели. И опять ничего не показывали. И мы требуем, конечно, чтобы эти скаты опять подключили. И мало того, что подключили, чтобы они показывали все данные в реальном времени. То есть не то, чтобы они передавали сначала в Оренбург, а Оренбург что хотел, то нам и давал, а передавали прямо здесь, в местные СМИ, в гражданскую оборону, да мало ли кого, всем заинтересованным лицам. И второе. Мы хотим, наша организация, и я, конечно, тоже хочу, чтобы наш город был намного чище. А наш город на четверть состоит из тех солеупаривателей, соленакопителей, шлаки отвалов, ну, не говоря уже о заводах, дымах и так далее. И когда мы проверяем их, оказывается, что они совершенно не соответствуют тем законам, которые должны соблюдаться этими заводами. То есть они совершенно не огорожены, они не залиты водой, с них постоянно поднимается воздух, и все это летит на наш город. И мы очень хотим. И я хочу, чтобы жители города этого поняли, что только от нас зависит, как и чем мы будем дышать.